Привет, друзья! Вы на канале GameZone. Начнем играть? Всем привет! Всем привет! И мы продолжаем играть в нашу игру Angry Birds вместе с нашими друзьями. Давайте посмотрим, что нам предстоит сделать. Там бежал хрюх! Там бежал хрюх! Мы должны попасть в эту башню и спасти наше яйцо, но его охраняет злой король и даже принц Сало и много-много охранников, поэтому мы пытаемся отплыть. Нам нужно еще достать вот этот волшебный меч для нашего... А он есть уже? Да, для нашего друга. Орла, да? Вот для этого нашего друга, он говорит, дай мне меч, я тогда пропущу тебя. Давайте посмотрим, как наши друзья справятся с этим. Бомбочки! Бомбочки. Надо обязательно проплыть между бомбочками. Давайте, кого мы возьмем с собой? Чайка, маленьких и Матильду. Ты хочешь Матильду взять? Ну, давай, пойдем посмотрим, что нас ждет впереди. Ты будешь мне помогать со своей мышкой? Да. Хорошо. Какой огромный, сразу же нам предстоит победить огромного. Ты решила дать Реду перец, да? И он смог победить его. Давай посмотрим, что сможет сделать Матильда. И Матильда смогла победить. И даже, что ты хочешь? Ты сделан. Матильда все равно смогла победить даже через зеркало, да? Давай посмотрим, что мы еще сможем сделать с этими хрюшками. Что? Хочешь атаковать этого стражника? Молодец. И Матильдой ты решила еще атаковать. И Ред, я думаю, нам поможет. Да, он смог справиться. Смотри. Я победила. Победили мы. Молодец. Я не победила. Вот еще наши противники. Что, Матильда, хочешь волшебник? Хочу посмотреть. Давай посмотрим вот на этого на стражника большого, страшного, королевский стражник. А я? Давай победим стражника и потом посмотрим еще на маленького. Хочешь посмотреть, кто такой маленький, да? Угу. Это свин-солдат с мечом и щитом. Он защищает короля. Он потом бегает, да? Марширует. Давай посмотрим, что нас ждет впереди. Давай. Хочу прокрутить барабан. Крути, молодец. Звездочка. Звездочка морская нам выпала. Морская звезда. Да, ты права, это звездочка. Да? И у Миши есть своя мышка. Миша нам тоже помогает? Да. Подожди, давай посмотрим. Что это? Там бомбы, говорит Ред. А там птичка. Опасно очень. Бомбы взрываются. Мы не сможем просто так проехать, наверное. Что нам? Дядя Свин нам что-нибудь подскажет. Дядя Свин, что нам? Нам не поможет корабль. Нам нужна подводная лодка. И она есть у этой свинюшки в очках. Он нам ее никак не даст. Давайте попробуем сбегать к нему за этой подводной лодкой, да? Побежали. Давайте, кого мы возьмем с собой? Кого? Кого мы возьмем с собой? Бомбу? А, Матильду? Матильду. Маленький и бомбу. Вот этих троих мы возьмем птичек с собой, да, в команду. И даже маленький. Итак, у нас тут большие какие-то птичкоеды. Давай. Что ты хочешь, бомбе дать, да? Молодец, ты победила сразу двух больших свинок бомбой, да? Сразу же двух мы победили. Хочешь еще барабан покрутить, да? Да. Да, вот так мы победили.
бомба этих свинюшек, да? Да. Да. Куда? Ты курочка наблюдаешь, да? Вот так кричали свинки, да? Давайте пойдем дальше. Кого мы возьмем в этот раз с собой? Маленьких, Реда и Матильду. Давайте возьмем маленьких Реда и Матильду. Посмотрим, что нас ожидает впереди. Один? Почему? Их много потом будет, да? Их три. Ты хочешь дать Матильде, чтобы она всех нас вылечила, да? Давай маленьким дадим. И они сразу же победили эту свинку. Давай продолжим. Еще двое. Мы прям в стране великанов-свинок, да? Давай посмотрим. Давай я нажму. Это у нас пещерный шаман. Ну правда, мы в стране великанов, пещерных людей. Арбуз замороженный этой свинки большой. Ты решила зеркало сделать? Молодец. А теперь что хочешь? Ред? Ты решила подлечить Матильду? Давай, Матильде, это нужно тогда атаковать. Вот это. Цубул. А он бежит. Да. Да. Птичка у него появилась над головой. Он, видать, задумал что-то плохое против Матильды. Давай побеждать его. Она держит за него. Да, она держится за него. Ой, не упал. Дядя, помогай. Какой большой дядя. Давай посмотрим на этого дядю. Да. Кто это? Что это? Это большой драчун в такой шапке. И с черепками, с большим вкусным сыром на палке. Давай его побеждать быстрее. Смотри, Матильда его опять накал эту палку. У него аж звездочки полетели. Да. И смотри, мы смогли его победить с помощью Матильды. Да, е какой. Я не хотела его. Я хотела у него кусок сыра будет угощать этих. Понятно, что ты хотела угощать куском сыра этих, да? Птичек. Взять у него и угостить. Да. А если он дрочит, я заберу у него сыра такого. Давай я попробую нажать. Давай. Мы, наверное, что-нибудь там вкусное сможем забрать. А я хочу еще вот это. Да, мы все взяли, мы все купили. И такую купили для бомбы. Давай. Нам осталось совсем немножко пробежать. Да, давай, кого мы возьмем в этот раз? Вот этих возьмем. Маленьких возьмем, да? И кого еще? И Чака, да? И давай, я нажму, Лиза. Давай. Давай. Давай, я нажму. Давай, Миша, помогай. А я могу уже помогай нам. Итак, у нас опять великаны. Великаны, да, Миша? А если им дать? А если им, они не хотят, они не едят такое. Это же перчик. Свинки не едят перчик, да? А мы умеем так, просто потом. Победили, как мы их, да, с помощью нашей свинки? Да? Они хотят перчик, они говорят, дайте нам перчик. Они хотят перчик? Наши птички хотят перчик? Нет, они. Давай я нажму. Они хотят? Свинки хотят? Нет. Думаешь? Я ни разу не ел, чтобы свинки у меня просили перчик. А у тебя просили? Ага. Да. А зачем свинкам перчик? Да, давайте в следующий раз мы продолжим.
продолжим наше путешествие к этому... К этому дяде, у которого есть подзорная труба, подводная лодка. И мы сможем проплыть в замок королю, чтобы забрать наше последнее яйцо, да? Сможем? И чтобы мины с бомбами нас не затронули. А теперь всем пока-пока! Обязательно! Подпишитесь на наш канал, посмотрите остальные видео и загляните на канал вместе с Лизой, да? И вместе с папой, и вместе с папой, и вместе с Лизой, и вместе с Алисой. А теперь всем пока-пока! Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. И подписывайтесь на наш канал. Подписаться вы можете здесь. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.